Всем привет-привет! Распаковочка, традиционная рубрика, распаковочка заказа. Вот она, моя коробочка. Здесь содержимое. Будем смотреть, что же я купила по каталогу номер 2. Вот такой весенний каталог. Все начинается с любви, приуроченной к Дню всех влюбленных, который будет 14 февраля. Итак, смотрим подробно-неподробно, как получится. Посмотрим, что же я приобрела в этом каталоге. Итак, поехали. Буду доставать из коробочки и показывать. Чай. Это антипаразитарный. И 2 чая детокс. Детокс, очищение вечера. Акция была 3 по цене 2. Конечно же, я взяла, потому что мне чай травяной нравится. Антипаразитарный обязательно нужно будет пропить. Прочистить кишечник. Это для всех касается. Особенно в период зимы на весну обязательно нужно очистить свой организм, подготовиться к новому сезону, к новому этапу. Убрала коробочку, потому что смотрела вот эту новую нашу зубную щетку, электрическую зубную щетку. А здесь у нас 3 режима. Вот так вот она жужжит. И здесь есть зарядное устройство. Насадка одна. Дополнительно продаются еще насадки. И вот так инструкция обязательно. Звуковая электрическая зубная щетка. Взяли. Шикарная упаковка. Это футболочка. Так, у меня здесь чек даже есть. Сердечко. Посмотрите, какая лепота. Очень качественная футболка. Хлопок. Вот такая вот ярко-красный размер М. Сниму на себе, покажу. Здесь 95% хлопок и 5 спандекс. То есть она слегка тянется. Но мне нравится, как она упакована. Посмотрите, какой интересный мешочек. Все герметично, все красиво, все эстетично. Итак, это футболка. Конечно же, новиночки каталога. Это приурочено как раз к Дню всех влюбленных. Серия «Story de Amore». История любви. Это гель для интимной гигиены, гель для душа и мыло. Очень деликатный аромат. Такой едва уловимый, но очень-очень приятный. Итак, это новиночки. Взяла ультракондиционер для белья. У меня закончилась из корейской серии, которая у нас есть на страницах каталога. И я решила взять вот такую ароматерапию. 3 в 1. Розовый бархат. Суперконцентрат. Особая забота о тканях. Яркий цветочный аромат с благородными нотами мускуса и розового масла. Вот такая вот консистенция. Так, видно будет. Вот оно. Как раз мерный колпачок. И вот на одну стирку. Да, такой это терпкий запах чувствуется. Сколько здесь? На 30 стирок. 30, 855 и 500 миллилитров. Традиционные зубные щетки у меня. Так, 3 штучки. 3 штучки силиконовые щеточки. Затем я взяла для макияжа кисть для растушевки и кисть для нанесения теней. Хорошие, качественные кисточки. Мне они очень нравятся. У них отличный ворс. И сейчас покажу. Сейчас вытащу, покажу. Вот, для растушевки. Видите? Очень хорошая такая кисточка. Качественно упакованы они в упаковочке. Видите, каждая это для нанесения теней кисть. Мягкая такая и плоская. То есть очень хорошо наносить ею. И что мне нравится, они скошены. То
шерсть, она не такая вот прямым, а ворсиночки у нее, видите, скошены разные. И очень удобно наносить тени. То есть она хорошо наносит, распределяет. Так, это чек. И еще на футболке чек был. Как видите, чек. У меня все оплачено. Взяла себе тонер для лица из серии «Коллаген О2». Шикарнейшая серия. Это интенсивная программа, рекомендованная. Рекомендуют контуру, ремоделируют контуры лица с мультимолекулярным комплексом коллагена для восстановления и поддержания молодости кожи. Да, здесь очень низкая молекула коллагена, которая глубоко проникает в дерму кожи. Взяла. У меня Реноваж как раз заканчивается. И вот взяла из серии Реноваж, взяла шикарнейший крем, омолаживающий крем для лица и области декольте. То есть у нас лицо, как мы понимаем, заканчивается именно в области декольте. Пептиды. Комплекс Реноваж содержит пептиды. Омолаживающий крем для шеи и декольте. Корректирует возрастные изменения, интенсивно питает и восстанавливает кожу шеи и декольте. Преображает кожу, повышая ее упругость, разглаживает, обеспечивая омолаживающий эффект. Шикарнейшая серия, очень хорошо действует, потому что входят в состав пептиды, которые работают на клеточном уровне. Мега-серия. И купила еще зубную нить с мятным вкусом. Из серии «Эксперт Фарма». 25 метров. А вот она, зубная нить. Так, а вот это вот идет гель-герметик. Гель-герметик для восстановления эмали зубов. Он идет в подарок при покупке электрической, звуковой электрической зубной щетки. То есть я выписала, я даже не знала, что подарок, потом смотрю, он добавился. Оказывается, акция идет при покупке щетки, добавляется герметик. А герметик наносим на ночь, на чистые зубы, то есть вы почистили зубы, и на ночь наносим герметик, оставляем на ночь для восстановления эмали зубов. Я уже покупала себе такую, ну а тут подарок, это вообще шикарно. Артикул 1735. Так, это все у нас для зубов. Дальше идет великолепная серия. Взяла как раз распродажа. Распродажа была серия Биомика крем-флюид. Именно крем-флюид. Обратите внимание, что уровень pH 5,0. То есть это родной pH кожи, содержит пребиотик Актибиом, подходит для тела, лица, рук. То есть им можно наносить на любую область тела и лица. Сбалансированный микробиом, то есть здоровая кожа. Если какие-то есть там воспаления на коже, можете смело наносить, как раз восстанавливает микробиом и убивает все, ну не то что бактерии, а, знаете, делает здоровую кожу. То есть если есть какие-то повреждения там, какие-то вот на коже царапины, смело наносим, и все заживляет, и кожа восстанавливается. Детский кремушек взяли, я уже брала, были обзоры. То есть зимой мы пользуемся, у меня ребенок пользуется универсальный крем защитный от непогоды. Содержит масло, кокосовое масло, которое интенсивно питает, защищает от перемены погоды. То есть от обветривания, шелушения для детской кожи. Также в домашнюю аптечку купила маловтилин. Но те, кто знаком с маловтилином, его всегда раскупают. Это вот аптечка на все случаи жизни. Подходит для всего. Крем на основе чрезкожного проводника с растительными экстрактами и маслами. Это палочка-выручалочка от всего-всего. То есть что-то у вас там случилось на коже, как какой-то порез или ушиб, или раздражение. И вот как раз маловтилин.
Маловтилин – это вот помощь для кожи, лечебный кремушек. А из серии пептидов я взяла масло кедровой живицы и кедрового масла с сигнальным пептид-комплексом. Сигнум-19 – это я взяла для печени, потому что пью БАДы, и, конечно же, печень нужно периодически чистить, да и вообще для печени поддержка, потому что печень – это наш орган, который мы не чувствуем, когда он заболевает, или мы не знаем, здоровы или нет, и клеточки печени нужно поддерживать, обязательно помочь, потому что это наш один из самых главных органов, который качает кровь. Из серии Axialoge я взяла восстанавливающий активный спрей, который можно распылять сверху, поверх макияжа и дополнительно увлажнять, напитывать кислородом. Восстанавливающий активный спрей для всех типов кожи, для любого возраста. То есть сидите вы на работе, просто очистили кожу лица тоник, потом вот этим спреем кислородным, и уже дальше сыворотка и крем для лица. Либо если вы, например, на работе, сухое помещение, батареи, сейчас воздух сухой в квартирах, на работе. И чтобы кожа не сохла, не раздражалась, прям поверх макияжа распыляете, и все, этот кислородный комплекс. И что у меня еще здесь? А, у меня еще тут есть чем вас обрадовать. А из серии On Week Miracle я взяла антивозрастной комплекс. А, это у меня, слушайте, это же лифтинг-маска с антивозрастным комплексом On Week Miracle. Запускает режим молодости, моделирует овал лица и подтягивает зону шеи и декольте. А вот я в себе как раз таки взяла для омолаживающего эффекта. И крем для кожи вокруг глаз взяла из серии Эксперт. Ну, Эксперт — это вообще шикарнейшая серия Faberlic, потому что она заменяет салонные процедуры. В салон пошли бы вы на какую-то процедуру, как раз Faberlic это и есть крем для век. Конкретно здесь крем для век. Антивозрастной крем для век 1247. Сейчас достанем его. Я покажу. Серия Эксперт, она вообще по потребностям. То есть вот все салонные процедуры, которые есть в серии Эксперт, они по потребностям распределены. То есть каждый продукт заменяет какую-то салонную процедуру. Смотрите, какая интересная штучка. Видите, как наносится? Да, интересно. Антивозрастной крем для век из серии Эксперт. И последняя новиночка. Коробушечка у меня пустая. Последняя новиночка. Я взяла вот такие мимишные. Слушайте, я их когда увидела в каталоге, не могла пройти мимо. Я взяла такие вот тенюшки, приуроченные как раз к Дню влюбленных. Посмотрите, вот так она, палеточка теней в каталоге. Новинка в каталоге. И вот такая маленькая, такая мимишная, она мне пришла. Такая малепусенькая, посмотрите, какая прелесть. Ее хоть подарок, хоть даже себе, для себя. Ну, такие сердечки. Просто шикарная палеточка. Посмотрите, какие оттенки. 12 оттенков в виде сердечек. Но достаешь это такой красотой. Очень приятно пользоваться. Здесь и матовые, и глянцевые, и шиммерные, и блестящие. А всякие разные. Вот так. Палеточка теней. Love Me Tender. Артикул у нее 59-969. А, 69-655. Ну да. А, здесь опечатка. Здесь 59. Ну вот. Вроде так.
Вот они, такие мимишные. И следующий у нас каталог будет каталог номер 3. И новиночка будет, и мега-акция. А здесь вообще супер-мега-акция. Он короткий, 2 недели всего. А здесь разыгрывается главный приз, будет 1 миллион рублей. Присоединяйтесь. А еще-то я что нашла? Ребята, еще-то что я нашла? Я же вот еще маски купила. Ой, это такие шикарные маски. Я их делаю через день или через 2 на лицо. Это маска из серии Be Royal, 24 карата натуральное золото содержит, которое является проводником, в данном случае проводником питательных веществ глубоко в кожу и заменяет салонные золотые нити, подтяжку. Вот как раз сегодня делала. Через день, через два я делаю вот эти разные масочки. Вот это из серии Be Royal и коллаген О2, собственно говоря, тоже пептидный комплекс содержит серия коллаген. Вот я тонер взяла. До этого у меня была полностью вся линейка коллаген О2, а сейчас у меня линейка по уходу за лицом Be Royal. И я эту линейку Be Royal усилю из серии Эксперт и ночной масочкой буду чередовать ночной крем, маска On Vic Miracle для подтяжки контура лица. И что у меня здесь? 1, 2, 3, 4 масочки коллагеновые. Гидрогелевая маска для лица. Содержит низкомолекулярный коллаген. Все, теперь все. Показала вам все свои покупки по каталогу номер 2 Faberlic. Следующий будет каталог номер 3. Вот такой зеленый. Наконец-то хоть, может быть, скоро наступит весна и появятся зеленые листочки, как на нашем каталоге жизнерадостном. Все, приятных вам покупок. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь видео. До новых встреч. Пока-пока. Приятных вам покупок.